По словам Игоря Афонькина, большинство управляек содержат территории в неплохом состоянии. Жалобы за год приходят единичные. На Серегина 30, во дворе трава, в песочнице тоже. Зарослей нет, но покосить бы не мешало. Тем более в нормативах прописано, растительность не должна быть выше 5 сантиметров. В подобных случаях компаниям направляют предписание. За его неисполнение штраф 300 тысяч рублей. Поэтому дешевле покосить. Не было ни разу случая, чтобы после нашего предписания кто-то не покосил. А такого не помню. Они косят в течение 1-2 дней максимум. Трава выросла за 2 недели уже. Обязуемся, что где-то до конца недели произвести. Вызовем человека с отпуска, значит, в отпуске, и докосим, как положено по нормам. Но мы договорились так, что в понедельник здесь все будет убрано, все будет покошено. Инспектор будет в понедельник здесь, тем более она здесь живет недалеко. За этот сезон предписаний было с десяток. До штрафов дело не дошло.